Урок 6. Микшер. Как следует из названия, микшер используется для смешивания композиций, для чего он оснащен двумя трехполосными эквалайзерами для каждого проигрывателя, двумя фейдерами, отвечающими за уровень громкости выходного сигнала проигрывателей, и кроссфейдером, балансирующим уровень сигналов из обоих проигрывателей. Параметр мастер регулирует общую громкость звука. Параметр Q регулирует громкость звука в наушниках. Кнопка PFL определяет, какая из двух композиций будет звучать в наушниках. Параметр Key позволяет изменять высоту тона данной композиции, не затрагивая при этом ее длину, а следовательно и скорость воспроизведения. Параметр Gain регулирует усиление сигнала в одном из проигрывателей. Помимо сведения композиций, программа Virtual DJ 6 Pro предоставляет возможность работать с видеофайлами. Воспроизводя видеофайлы в обоих проигрывателей, можно сделать плавные переходы между ними и накладывать различные эффекты, такие как вставка текста, воспроизведение видео в негативе или как слайд-шоу. Для этого нужно загрузить видеофайл в виртуальный проигрыватель и нажать кнопку «Видео», расположенную в верхней части микшера, тем самым переводя его в соответствующий режим. Процесс перехода от одного видео к другому осуществляется передвижением бегунка в параметре «Видео Crossfader». Можно выбрать тип перехода, открыв закладку «Transition». В закладке «Effects» находится набор видеоэффектов, мощностью которых управляет параметр «Control».